В Walmart находимся. Сейчас я хочу там кое-что посмотреть, вам покажу. В столах, в кухонных хочу сменить. Так, это мокрые салфетки. В столах, в кухонных хочу сменить ячейки для ложек, вилок. В общем, сейчас посмотрим. Если только найду здесь. Я как-то видела много вариантов. Я сходила в другие магазины, что-то я там не подобрала то, что мне хочется. Вот. Сейчас посмотрим. Вот сюда сейчас мы зайдем. Вот так вот. И вот так мы сейчас с вами пройдемся по всем рядам. Всем рядам. Пластик нужно найти. Так. Так. А ну-ка, сейчас я присмотрюсь печки. У нас там печка есть, я все думаю, как бы ее выбросить. Но у нас вот такая печка. Я думаю, как бы ее выбросить, купить новую. Это малюсенькая печечка. $24 она стоит. Вот это $18-19 печечка, такая маленькая. Вот маленькая печка лучше. А это круглая, 34. А это, наверное, не печка, это, наверное... А, она крутится там, когда печет. Крутится, печет. О, Господи. Но здесь стекло, оно же забрызгается, его надо все время мыть, правда же? Вот эта печка, она длинная печка. Не хочу такую. Легкие такие. Так, это 29, это 59 длинная. Вот это 29 стоит. Такая. О. Так, это вот такая. Опа. Как хлебница, да? Точно. Печка. Представляете, как хлебница. Вот так раз. А удобная она. Вот так вот. Если раз. 34, 90, $35. Вот так вот. Во. Такая печка. Вот это так вот. А может, и удобнее вот так вот вытаскивать, да? Удобно. Так, здесь 69. Это большая. Не хочу. Ну, у нас вот типа такое, она большая. Мне не нравится. 99-39 вот такая. 39, опять же, 39. И 119. Какая-то крутая. Несколько этих. Ага. Прямо вот это как хлебница, прямо интересно. Вот так бэмс. И вот так вот ее достаешь. Поддончик есть. Но только один. А, нет, ну можно менять на другую эту. На другой этаж переставлять. Вот вам печки. Так, там всякие чайники. Сейчас посмотрим. Ну, это совсем, конечно, уже $18, да? Ну, не серьезно, правда? Для серьезной дамы такую печку. Дешевую. А это вот прямо интересно. Значит, кружится там все, я так поняла. Вон. Кружится все. $34. Это тостеры. Все это тостеры. Тостеры 49, 34, 39. И самый дешевый $7. Вот один вам. Около $8. Один. Двух. Двух и $8 стоит. Этот 15 стоит. Этот 19 стоит. Это вафли у них. Вот эти ж вафли все они едят. Американцы. Вафельные вон эти машинки. Так, а ленте, что меня заинтересовало. Как интересно. Так, сковородка 13,48 стоит. С белым покрытием. Кстати, очень хорошие. Очень легко их это и мыть. И все они не пригорая, не прилипающиеся. Вот такой вот чайники красивые, да? Ну, какой красивый чайник.
Ну, в основном же у нас эти электрические. Ну что, вот этот чайник. Красивый чайник, классный. Ой, кастрюлька какая. Кастрюлька, значит, 19,72. А чайник 24,84. Кастрюлька намного-намного дешевле. Ну, какая красивая кастрюлечка, да? Хорошая такая кастрюлька. Такой у нее ручки, не эти. Ручки металлические, горячие будут, да? А красота неописуемая. Как красиво разукрашена. Веселенько так это. Не скучно. Ну, вот. Вот это вот я не знаю, что это такое. Я все время на них смотрю. Bottle. А, это масло, да? А, да, это масло, точно. Точно. Масло, господи, какая я тупая. Конечно, для масла бутылка. Так. Ладно, уходим. Это Walmart. Значит, квадратные сковородки, не квадратные, всякие есть. И 19 вот такая. И 28 здоровенная. Крутая какая-то сковородка, тяжелая. И набор. А набор там маленькая сковородка и большая сковородка. Две сковородки. 29. Вот это, 14 долларов. Класс. Вот. Идем дальше. И вот к ней вам лопаточка такого же цвета, да? Вот такую лопаточку можно подобрать. Так, вот это я хотела давно купить, но не совсем такие. Смазывать эти. Они легко моются, вот эти штучки. 5 долларов стоит. Так, пошли туда, зачем мы пришли. Зачем пришли? Так, кукеры. Значит, я вам уже их как-то показывала. Это то, что уходишь, а он кукает сам. Значит, это кукер, у него 10 долларов цена. Вот этот. Но он не будет автоматически выставлен. Вот здесь автоматически выставляются часы. 4, 6, 8 часов, 10 часов. Нормально вот это кукер. А, еще крышка такая. Да. Хороший кукер вот это вот. Засыпал и ушел. 25 долларов. Но есть у нас такой. Только у нас побольше. Кукер такой. 25 долларов. Так. Эти остальные больше кукеры. Вот эти не выставляются. Там только позиции на 15 стоит. 16 долларов. Позиции на... Ну, сильный жар, низкий жар. Электрические они, само собой, все. А здесь вот выставляется на часы. Вот такая, кукер такой, да? И потом ее моешь, она же вытаскивается оттуда, ее моешь. Это она толстодонная такая, это внутри, это сказать. Этот 16 стоит тоже. Кукер этот тоже без часов. Вот та хорошая, с часами. Хороший с часами. Здесь крутые пошли по 59, по 79 долларов. Вот такие многоярусные. Там тебе курица, там тебе не курица. Вот. Поняла, ну это здоровенная. Она будет вот такая у нас есть, типа такого размера. Вот такая есть, ага. Ничего против не имею, хорошая вещь. Уходишь и сделано блюдо. Приходишь через 10 часов домой, через 12. Он же сам отключается, остывает нормально. Единственное, что надо все, конечно, положить глубоко в воду. Ну вот, например, варит, я варила как-то холодец в них. Надо, конечно, чтобы вода перекрыла, покрыла, потому что приходишь иногда, если вода не покрыла, ее никто ж не мешал внутри, да, а ты ушел. Поэтому мясо сверху такое будет немножко, не то что сухое, а без воды. Ну, типа другого цвета. Ну вот, что тут еще нам показать? Это кофейни всякие, мешалки, бетономешалки. Бетономешалки, миксеры. Вот этот еще кукеровая, вот такая. Вот такая кукеровая машинка. Керамическая написано. Ого! Кукеровым. Боже. А, тут это прикручивается. Гляньте, прикручивается вот так вот и откручивается. Ой, боже, какая большая. 30 долларов стоит вот это. Боже мой, какая большая, да? Ужас, сколько в ней можно накукать. Это блинная жарка.
Точно, блин, жарко. А не написано на ней, что жарить. Вот это такая, как электрическая сковородка. А это плитка электрическая вместе со сковородками продается. 69-то стоит. Вот. Угу. Вот, это вафельница тоже, наверное, да, это вафельница. Вафли жарить. Вот эти 29, эти все вафли. Красненькая, красивая, меры нет. А, это же мясо, не вафли, этот, стейки жарить, видели? Вот так вот, бэмс, они же на стейках, американец. Он и эту куриную грудку тоже раз придавил. Придавил и жарил. Вот, вот тоже вот так вот. Все положил сюда, придавил. Но это у кого нет на улице барбекю. Машинки. У кого есть так. Rice cooker. А, для риса. Rice cooker. А это горшок, прямо как ночная ваза, правда? Похож на горшок. Для это. Для детей, для детской неожиданности. А что имеется в виду? Не знаю. Aroma rice, а тоже rice cooker. Так. Это все rice cookers. Это у нас это. Это у нас картошка фрайер. Картошка фрайер. Делать фрай картошка. Вот это такое яйцо. Air fry. Air fryer. То есть воздухом фрайер. С воздухом жаритель. Это в этом. Во фритюре жарить картошку тоже вот так вот отнимаешь, наверное, вот так вот все вот тут открывается. 99, круто. Типа дешевле, там по 40, вот тут маленький. А, ну райс 29, 49, 36 по-разному. Вот. Это что делать? Cool Touch Electric Deep Fryer. Тоже Deep Fryer, но вот это все картошку эту во фритюре жарить. Американцы ее очень любят, картошку во фритюре. Она здесь продается в пакетах, разная, всякая, и с зеленью, без зелени внутри, и соленая, и кислая, и сладкая. Вообще они фрай картошку едят, они не едят отваренную нашу, например, с маслом, они не едят. Они едят, ну, маш потэто, да? Маш потэто, ну, толченку. Или фрай картошку. А так они не едят. Так, я до себя не дойду, пока я буду фраеры показывать. О, фраер — слово классное, да? Типа фраер. Так, excuse me. Тетенька работница. Так. Сейчас надо найти пластик. Пластмассовые изделия здесь надо таскать. Говорят, женщина говорит, когда приходит зачем-то в магазин, она никогда целенаправленно не купит то, зачем пришла. Это тоже. Мужчина, говорит, всегда покупает целенаправленно. Те покупают, да. Excuse me. Сейчас мы тут проедем вот так вот. Так. Это что такое? Чайник. О, какой, гляньте. Чайник, вот такой чайник. В Walmart'е все простое, все дешево и все просто. Значит, сколько он стоит? Сейчас скажу. Не, а, 29,44. Чего он такой дорогой? А, был до этого 39, сейчас 29. Значит, самый примитивный пластиковый чайник. Вот такой вот. Что-то дорого. Они есть и дешевле. В Walmart'е все такое дешевенькое такое. Все такое вот. Но качество хорошее. Хорошее. Это вот для людей с неимущими такими средствами. Excuse me. Sorry. С ограниченными средствами. С неимущими средствами. Слышите? С ограниченными средствами. Вот. Очень удобно. Ну и не обязательно с неимущим. Если подходит что-то
к твоей кухне, к столам, какая разница. Бадбиян хороший магазин, я вам его как-то уже показывала, тот классный, конечно, но и там иногда купишь, оно не подходит, приходится нести назад. Кто-то мне написал, что, говорит, она, это сушилка, наверное, для стаканов, я так думаю. Ну да. Кто-то мне написал, $16 стоит такая сушилка, классная, на ощупь хорошая такая. Кто-то мне написал, что, говорит, она товар сдает назад, говорит, муж ее не сдает, а она бегает, сдает. У меня муж, если он купит что-то мужское такое, и оно не работает, он отнесет тоже это назад. То есть он никогда не будет покупать какую-нибудь воздуходувку свою в гараже чистить, и чтобы она не работала, или она ему просто даже не нравилась по размеру, он ее отнесет. Поэтому не думайте, что прямо здесь все такие миллионеры, а мы такие нищие, за них замуж вышли, и вот типа у него в голове не носить, сдавать, а у меня в голове только бегать, сдавать. Просто женские дела, некоторые женские, он там покупал, не женские, но всякие, там, ну что-то он покупает там такое, что не пойдет из-за этого. И у него времени мало, у меня времени больше. Поэтому я это отнесу и даже не покорежусь. Или поменяю на другое, или куплю новое. И это делают все американцы. А если вы такие, что купил, не подходит, и вы не несете, в силу того, что в России, говорят, нервы вытрепают, а потом только возьмут назад, как мне говорила эта моя. Я говорю, что правда, говорю, мне родственники сказали, все можно сдать. Ну вот у нас, вот я пришла к ним, у нас вот это по размеру, не, вот накупишь хоть 50 штук, по размеру не подошли, все, приносишь назад без проблем. Притом в течение, Walmart вообще, по-моему, в течение года забирает. Только, наверное, первые 3 месяца он даст тебе деньги назад, а потом, по-моему, кредит магазина даст, карточку магазина. Вот, поэтому если тех, кто написал, вы такие там крутые, что все выбрасываете... Но американец не будет выбрасывать, он принесет назад. Если, конечно, есть возможность, если люди работают, им некогда, конечно, они там мелочи, бог с ними, выбросит, да и все, то, что купил. Ну, не знаю. И у меня все знакомые, и муж тоже всякие свои там эти инструменты в гараж, что покупал, если что-то не нравилось, приносил назад. Просто единственное, какие-то там, я там знаю, ну, какой-то рулон бумаги там купил, он не подходит. И говорит, я это не хочу. Я говорю, давай я отнесу, потому что я хожу и покупать часто, и вам видео делаю, и мне корона у меня не упадет с головы, если я принесу назад и возьму деньги назад. Почему нет? Так что глупости не пишите. Видела я там и стариков нищих, и людей бедных, и все с хрущевок. Не вылазим, 90% населения, поэтому не рассказывайте мне про изобилие. Вот, так, значит, это насчет вредности моей. А насчет того, что я ищу, вот это такая сушилка, слышите, для посуды. Еще она со всякими там вот этими, для яиц тут такая, всякая сушилка такая, да? Как интересно, да? $17, да, вот она сушилка такая. А, это совсем уже другая сушилка для посуды. Угу. Вот такая сушилка, $17. А это, гляньте, это для льда. Да, тоже сушилка. Вот, для тарелок сюда ставить. И там поддончик. Ну, такой пластиковый, знаете, я... Не, вот эти вещи я, конечно, в Walmart не брала. Они должны быть покрепше. Ладно, сейчас я здесь разберусь, потом вам покажу. Показываю, что купила. Значит, что еще не купила, еще не платила. Так, органайзеры вот такие, несколько штук взяла. Если будет лишний, принесу назад. Или если не хватает, приду, возьму еще. Вот такой органайзер возьму. Сколько они стоят, сейчас я вам скажу. Значит, 8,63 стоит большой и маленький, что-то там. $7 двух. Я двух вот такой 7. И здесь 8,63. Взяла Кен органайзер. Кен — это банки металлические. Стеклянная банка называется jar, а металлическая называется Кен. В Америке в английском языке разные. Банка — слово обозначает не одно слово банка. Кен и jar. Так, так вот это для кенов. Такая это сама полочка, внутри в полочку ставит. Тоже раз открою, попробую. Теперь... Это поддон под сушилку. У меня эти сушилка есть. Мне кажется, она по размеру не... Вот если не подойдет, принесу назад.
Вот. Только не говорите, что она носит назад. Оно может не подойти. Значит, взяла вот этих три штуки, вот таких органайзера. Значит, они вообще здесь очень дешевые, вообще копейки. Сейчас я вам покажу. То ли 94 цента там стояло. Где тут они? Оно совсем дешевое, да. Вот это они, наверное. А, не, наверное, 2,37, наверное, вот эти стоят, да? 94, это вот эти, сейчас покажу. 2,34. Три штуки взяла. Установлю в этих в ящиках. Если лишние или не лишние, я принесу назад. Вот эти по 94 штучка. И они цепляются друг за друга. Их можно собрать в одну, в какую-то систему в одну. Вот этих я, наверное, возьму сейчас больше. Потому что цвет. Цвет должен. Нет, не эти. По цвету должны подойти. Вот это 7,64. По цвету должны три уложиться туда. Три, наверное, уложится в наш ящичек. Вот. Соединяются друг с другом. Тетенька это. Всегда начинаешь выбирать, обязательно тетеньки вокруг ходят. Смотрите, это которая удлиняется и уменьшается. Которая двойная. Всегда женщины, что и что-то смотреть, все, останавливается, замерло. Тоже ж пришла ж не за этим, понимаете? Вот у женщин манера. Вот пришла, идишь со своими, вот зачем ты пришла? За плавками иди. Нет, в посуду пришла. Ну, так, вот так удлиняется, и вот так вот это. То есть, extension, expandix, да, ну, увеличь. Так, вот эта штучка уже здесь складывается вместе. Вот такая. 8 штук вместе соединяются, они друг на друга надеваются. Маленькие большие, ну это как те, только оно стоит вместе. Вон, $93, видели? $93, все вместе укладывается. Вот, $93, вот так вот, для мелочей. Я, конечно, что-то принесу назад обязательно, потому что мне, может быть, все и не понадобится. Но, вот, может быть, белое просто, не, белое там есть, но оно далеко. Вот это ж такая же. $93. Укладывать здесь все уложится, все по делу. Одно к другому. Вот. Или тех мне хватит пока. Может хватит. Ладно, может хватит. Потом приду. Если что. Иногда придешь, а их нету. Так. И что еще я тут еще взяла? Вот этот еще взяла. Вот такой. Вот такой я взяла еще. Вот такой. Он один. Такой, и он стоит 7. Нет, это тот, который раздвигается. Это тот, который раздвижной. Стоит 7,43. А этот, где я взяла, уже не помню. Он или последний был. Вот такая штучка, да? Вот. Вот это все я домой приду, разберусь. И это посмотрю, что надо, что нет. Ну и все. Все остальное, конечно, разберусь, что к чему. Вот. Вот такие я не очень люблю. Эти вот такие они сеточные. Мне не хочу. Вот. Это для стаканов я вам показала. Все. Ну пошли. Утюги нам не надо. Можно подумать, что они гладят. Они не гладят, нифига, американцы. Так. Стимер у меня есть вот такой. Он поднимается, эта штука. Вот точно такой у меня стимер дома. По-моему, точно. Ага, точно такой. Хорошая штука. Заливается вода. Ну, вы знаете, и стимуешь. И она высокая. Это вот выше меня ростом эта палка высовывается. Тут на картинке нет. Вот он. Стимер. $49. Да прилично. $50 стимер стоит. Парилка. Особенно хорошо, когда новое покупаешь. Оно все сложенное было, да? Вот новое. И такое в морщинах, когда новый этот. И раз-раз простимовал, хорошо. И вообще, вот она стимует. Видели, как она стимует, тетенька? Вот. Стим – это пар. Стимер – это парилка.
Ну вот, взяли с полочки, такие нам не нужны. Вот такие корзины здесь есть, нам не нужны. Ну все, пошли, посмотрю. Может быть, не знаю, может быть, не подойдет ничего. Это тоже внутри в шкафчиках ставить такой. Для чашек там, да? Для чашек вот так вот. Может быть, все принесу назад, потому что вдруг не подойдет. Ни по длине, ни по ширине. Ни... Черное не хочу, в нем не видно ничего. Ни по длине, ни по ширине, может, не подойдет. Как же это тоже в шкафчик вставить. Полки внутри. Ну-ка, подожди, может, мне вот это надо. Сейчас посмотрим с вами. Ну-ка. А, оторвалась. Ну, поняла, полка... Ладно, не надо эту полку в шкафчике. Посмотрю. Я просто хочу вот эти для вилок, для ложек заменить. Заменить, потому что страшные стали. Так, это многоэтажка, по-моему, для этих, для специй. Многоэтажка такая, не нужна она мне. Есть у нас. Вот эти не хочу. Эти тоже дешевка, но они все с дырками. С дырками сюда может попадать и неудобно. Также так, все, не буду вот больше мучить этими пластиковыми тарелками. Поехали платить. Ну и все, что взяла. Если будет не понравится мне, я быстренько их сюда сдам и поеду в Bath Beyond. И я там куплю другое. И посмотрю. А может быть, часть этого, часть from, из Bath Beyond. From, слышите, говорю, из. Это для льда? Да, это для льда. From. From это из. Из Bath Beyond куплю другие конфигурации. И соединю. И будет у меня красиво там. Все, поехали. Пылесосы можете сейчас видеть всякие разные. Вот. А вон этот. Вот этот, который бегает по дому. Значит, бегает по дому. Знаете, сколько он стоит? Сейчас скажу. 269, который бегает по дому. Этот, который тоже бегает по дому. 439, этот крутой. 439. А вот этот робот. Робот. 199. Мне кто-то говорил, говорит, Елена, не покупайте, они не это. Но писали про ваши, у вас продаются, не знаю. У нас Маринка за $600 покупала, сказала, хорошо. Но надо еще учитывать людей. Кто любит, не то, что кто любит убирать, кто убирает, ну, то есть такая очень чистая дамочка, она будет на них бухтеть, на эти роботы. Та, которая дамочка ей по барабану, ей очень нравятся эти роботы. Вот от людей тоже зависит, я уже заметила. Поэтому, слушай, тоже вот в Walmart можно этот робот купить, попробовать, как он будет дома работать и принести назад, понимаете? И никто тебе слова не скажет. Спросят, они только спрашивают на кассе, что плохого в нем. Ну, они спрашивают, что-то не так в нем, то есть имеется в виду, сломано или нет. Если скажешь, он сломан, не работает, они клеют, она вообще не рассматривает его. Там тетя принимающая, она понятия не имеет ни про роботы, ни про вот эти. Она принимает как автомат просто. Но она наклеит какой-то стикер, по-моему, или в отдельную тележку положит, в которой будет написано, что это сломано. А если это просто не нравится тебе, то они кладут ее в общую тележку. Вот так вот. Вот так вот в Америке сдается товар назад. Конечно, ресит нужен. Ресит – это квитанция. Учили 100 раз эти слова с вами. Ну, вот вам пылесосы. Это такие всякие водные агрегаты. Прямо такие. Прямо агрегаты. 249, 229. Вот. Что там еще? 139, 178, 139, 119. В Walmart дешевле. 198, 149, 120 красный такой. Вот. И пошло, и поехало. 98. Идем к снижению. 67, 48, 43. Дальше 39. И дальше. 29, что ли. Вот так. Ну. А это вот такие пылесосы. Вот эти интересные, да, такие красные, вот эти такие большие, да, 79. Вот он на картинке, зелененькие, там такой. Или это полотеры, не знаю, Deep Cleaner. Deep Cleaner, это, наверное, для этого, для карпета.
Для этого коврового покрытия, скорее всего. Вот красная цена, уже снижение, значит, идет. Такие. Ладно, у нас это есть, нам это не надо. Кто-то мне писал, говорит, Елена, возьмите меня уборщицей к себе. Слушайте, берите документы, приезжайте, будем уборщицей. Ой, прокормить человека очень легко. В Америке нет такого, чтобы кто-то взял уборщицы, понимаете? Здесь демократия, здесь, не доведи Господи, кто вот так пожалуется, будешь иметь бледный вид. Ты что, что ты имеешь человека, держишь, который работает на тебя, и ты налоги не платит, и он не орган, ну, то есть он без лицензии, что вы, мне кажется, вообще. Если, конечно, в тайне это все держать, возможно. Вот, а так нет, конечно. Нету рабства здесь такого. Нет, нет, это вам не эти не азиатские страны. И это, боже упаси, в рабстве. Ты что, тут запросто потом наручники оденут за того человека. Вот, и таким образом я выплываю из этого магазина. О, нахапала. Ну, сейчас посмотрю вот дома. Не, не сегодня, наверное, завтра утром посмотрю. Уже устала. Померяю в шкафчиках все это, вот это дело. Ой, надо нам выйти из этого лабиринта. Вот. Такие вещи, как сумки здесь в Walmart, простые. Они качественные. Все в Америке классное, качественное. Но они не кожаные. Самые такие незамысловато простенькие такие. Вот. Незамысловато скромненькие, правильно? Такие, не блестящие, скромненькие такие, не бросающиеся в глаза, правда? Украшения, гляньте какие. Это «Выхожу на тропу войны» называется, правда? Еще в голову перо, и вот это на шею, и все. И вот это тоже можно выйти на тропу войны. Ужас какой, что это такое? Это к какому-то празднику это продается, не пойму. Господи, какой кошмар. Вот вам. Ну вот это под белый сарафан имеет место быть, да? Гляньте, $7 это все стоит. Все вот это по 7. 7, 7, 7, 7. Так, все по 7. Это, по-моему, распродажа даже. Угу. 7. $7 такая вот красота. Ужас какой. Аляповатая. Вот это под белое платье. Ничего себе, белое платье с большим вырезом. А эти ужасные. Вот единственное, что нашла красивое. Некрасиво такое на летнее пляжно-флоридский вариант, да? На шею. Под белый сарафан. Угу. Все. Так, пошли. Сейчас мы будем искать выход отсюда. И здесь опять эти такие же. Сяд. Ну, Walmart-овские, конечно, не у них качество такое, ну, не знаю. Наверное, кому-то подходит это. Они такие простые, очень простые украшения. Даже я попробовала, что-то аж царапаются они. Кстати, в Walmart, особенно у нас во Флориде, очень много хороших этих купальников. Вот за купальниками, кто едет к нам отдыхать, и всякие вот эти платья, ну, пляжные. Вот это да. Вот за купальниками они здесь дешевые. Даже в Walmart, даже в таком магазине, как Walmart. Удобные, нормальные, и можно выбрать, и, ну, как удобные. Ну, не супер там какая-то модель и фирма, но нормальные есть. У нас все приезжают, и в Walmart, кстати, покупают этот bathing suits, купальные принадлежности для пляжа. Вот, на все размеры, и на толстых, и на худых, на всяких дамочек. На всяких разных дамочек купальники. Вот вам. Купальники, вон, 19, смотрим цены, 19,96, все, которые здесь висят, вот такие. А здесь по-разному, 4,66 трусы, вот они, цена, видели? И такой же лифчик, 4,66, все по 4,66, одна часть 4,66. Вот, вот так вот, так.
Вот такие сплошные, не сплошные. В сплошных, конечно, у нас жарко купаться. Сплошных, может, в бассейне. 16,88. Вот он сплошной, с такой маечкой. А, нет, это только маечка. 16,48. Маечки. Вот эти все по 16,48. Вот такие. Конечно, ткань, знаете, в хорошем магазине купишь, конечно, получше, но поскольку у нас здесь их надо несколько, этих купальников, как минимум их куча, вот минимум прямо и считать не буду, минимум кучка купальников должна быть, поэтому их и такое надо покупать. То есть и красивый, супер дорогой, и некрасивый. 11,96, вот такие штуки. 14,88 прайс, нет, 11, вот написан. 12, то есть вот такие накидки, накидушки. Она вот эта накидушка, дайте. Такая накидушка. Голубая накидушка. Вот, белой нет накидушки, черная есть. Белая у меня там есть, но она у меня так это постарела. Она у меня на пуговицах удобная, а здесь на этом... На шнурке 14,88. Халаты вафельные после душа. После душа. Какие халатики. Халатик стоит, сейчас я вам скажу. Ой, мягкий такой, классный халат. $10 халат стоит. Вот такой белый. Его можно выварить, правда же? То есть, в смысле, не выварить, с хлоркой постирать, а им выварить. Значит, это вспомнила Советский Союз, вываривание белья. Так, ладно, надо продвигаться к кассе. Вот такие. Rumber называется. Ну, это Rumber, ну, типа, как половина джампсута, да? Джампсут это этот. Джампсут это комбинезон. А это Rumber это пол комбинезона. Вот такое вот оно. Вот. $11. Ну, волмартовские, простое такое, простое. Хотя народ, когда приезжает, у них на севере нету, они прямо здесь покупают все это кучами. Пляжная зона у нас этого больше. Валенки у нас не продаются. Вот. Пора уходить домой. Кстати, про толстых людей. Кто-то мне там написал, что... А что в Америке? Слышите, у вас очень много... У вас. Опять скажут, у вас. В России много толстых. Я как-то это... То ли стали жить лучше, потому что... То ли я просто давно не была, то ли мне так показалось, не знаю. Очень много... У нас толстые, видите, они на креслах ездят. Кому тяжело ходить, кто очень тучный. То есть они не инвалиды, просто ездят. Я, кстати, это обнаружила для себя в этот раз, что особенно молодых девчонок почему-то. Я помню, в моем возрасте были все худые, как стельки, значит, это в основном. Это была где-то толстая девочка, но одна на класс, и то не толстая, а полненькая. Вот, а так были худые. В этот раз я приехала, что-то мне, ну, не знаю, может, мне показалось, не знаю. Даже молодых девчонок очень много, крупных таких и толстеньких прямо, и в леггинсах ходят, то есть обтягиваются так сильно, что, ну, не очень красиво. Вот, то есть Америка к вам туда пришла в этом отношении, понимаете? Есть такое. По пляжным хожу, здесь вам показываю, видите, всякие пляжные трусы за 7,88. Вот. Даже пижамного плана, можно сказать, даже не пляжного. Вот, всякие майки. Тут простая такая одежда. Вот. Сейчас я вам покажу цену. Значит, клиренс здесь. Смотрите, $3 стоит. $3 с этими. Холодные плечи называются. Это имеется в виду вырезанное на плечах. Вот такого плана. С холодными плечами. Такая. Вот такое вот. Вот он. Такое вот. Вот это никогда не отстирывается, я вас уверяю. В Америке качество классное. Вот вам за $3 такие кофточки. И вот здесь опять же майки всякие за $3. Здесь, по-моему, $9. Вот такая. Как интересно.
Да, $9. А, это просто набрасывается. И все. Набрасывается, а здесь дырки с двух сторон. Вот так вот. Здесь набрасывают. А с дырки с двух сторон. Совершенные дырки. Там нет ни рукава, ничего. Вот так вот. Вот. По $3 штучки. Ну вот народ здесь ходит, так это ковыряются. Вот. Футболку покажу с таким хомутиком. Хомутик к ней идет такой. Мягкий такой классный хомутик. Или шарф, как его назвать, не знаю. Такая футболочка. Здесь такая резиновая, классная она. Неплохая. Я даже не ожидала, что в Walmart такие товары продаются, люди. Правда. Так гляньте на цену. Это полная цена была 13, а сейчас 5 стоит. Ты смотри, как интересно все. Вот, вот вам распродажные вот такие майка. Вот такая, ой, господи. Вот такая майка, вся дырявая со всех сторон. Значит, $7. А что? А может быть она не на распродаже. Вот такая майка. Тоже хорошая. Вот это все не отстирывается. Это все у нас все качественно. Все качественно. Вот вам. Даже не ожидала. Надо же, я прям застряла тут. Смотрю, думаю, лянь, какие такие. Но именно на лето, потому что сейчас жара. Такие вещи интересные продаются. Вот. Выгребаюсь из магазина. Плачу. Устала здесь. Ну, в общем, летние товары, как интересно. Я давно-давно не смотрела в Walmart. В сайте за $35 всякое разное такое есть. Конечно, оно такое, ну, это же не вечернее платье идти куда-то. Вот, самое такое обычное, но, во всяком случае, по цене. Людям очень легко это купить и не подходит выбросить или оставить в своем клозете висеть. И не жалеть об этом. Вот, так что... У нас на всех все есть. То есть для всех все есть. $3, конечно, это очень дешево в час. Уборщица зарабатывает 10-9. Ну кто как там? Я имею в виду. Ну, уборщица, я утрированно говорю, да, ну это чтоб никого не обидеть. Я имею в виду самый простой, ну, продавец, вот эта вот тетенька вот там в желтом на кассе. Наверное, может, долларов она 11-12. Смотри, какая заслуженная, может, и больше. Начальная, может быть, меньше 10. Тем более, в таком продовольственном магазине работа не легкая. Все время покидает эти продукты. Вот, и за $3 она майку эту купит. Это получается, что она проработала третью часть часа. Вот. Вот так вот. Так, мы будем двигаться. Сейчас. Сразу бросает у нас в крюки, видите? Продавщицы, они всегда стоят у нас. Я не видела сидящих в Америке продавцов ни в одном магазине, нигде. Где-то в бутиках как-то она там присядет, наверное, когда нет народу, наверное, так вот. Ну, в каких-то таких дорогих малюсеньких магазинах частных, может быть, где-то там каких-то сувенирных, а так они все время стоят, конечно. Вот. Сниму в Walmart туалет. Это для детей. Низко мыть ручки. Это там для взрослых. Это бумага. Такая вот вытаскивается. Так. Вот это в продовольственном магазине туалеты такие. Вот. Есть кружки. Классный унитаз. Это для ребенка. Пеленать его. А, это $1 этот. Тампоны, автомат. $1 бросаешь. Эти 4 квотера написано.
4 по 25 бросаешь, выкручиваешь себе этот, выкручиваешь тампон. Так, и там для инвалидов. Никого тут нету. Вот такая, для инвалидов пристегнуть ребенка можно и сходить. Вот. Так, запаковалась я. Вот она, запакованная у меня. Бабушка вот эта меня обслуживала. Настолько она медленно работает. Ну, пожилой человек. Видите, наши подрабатывают в магазинах, пожилые тетеньки. Очередь собралась у нее. И вот никто из очереди не скажет, что женщина, быстрее. Нет. Есть, конечно, молоденькие продавщицы. Вот. Но работают и пожилые люди, подрабатывают. Они обычно не full-time, не полное время, не 40 часов в неделю, безусловно. Они работают меньше. Вот. Ну, подрабатывают. Денежки нужны. Видно, и ничего страшного, на пенсии она помрет быстрее, не так ли? Вот, ну вот с Walmart'а мы выходим, вот в эти кульки они накладывают, я просто, вот касса, да, кассира, вот она в нее стоит и накладывает в них, я просто про то, что я как вспомню в России, ну это вообще, ну это в сумке все время имей какие-то кульки, иногда они чистые или нечистые, иногда они цветные, которые пачкают руки там, бывает, обязательно надо их иметь почему-то, вот. Все, покидаем мы Walmart. Кромешная тьма на улице. Вот. Рассортирую, посмотрю, какие мне вот эти вот, эти organizers, они называются, органайзеры. Понравятся, те я и ставлю. Не понравятся, значит, в любой Walmart я их принесу. Тьма кромешная на улице. Ну как же, хорошо. Ой, так свежо, хорошо такой. Ну, градус где-то так, это вот. Градуса 22, не то чтобы жарко. Сейчас надо мучиться искать машину. Все. Сейчас надо искать машину. Вон, вижу уже, вон. Все, правильно. Все, до свидания, счастливо. Спасибо за просмотр. До свидания, пока.